На сайте шиншилки заказали для нашей такой коськи худючей. Худючей коськи. Рыбий жир ветеринарный. Купили, козу купили уже в таком состоянии. Ее надо было как-то приводить в порядок. И опять-таки же ветеринар нам посоветовал взять несколько каких-то добавок. Желательно натуральных, чтобы как-то более или менее козу укрепить чуть-чуть. Ну, то есть пока она наберет вес на обычном корме, на зерновых, на листьях, на выпасе. Ну вот здесь есть даже дозировка для овцы, козы, телята, поросята, лошади, коты, собаки, цыплята. Ну, в общем, как в хозяйстве пригодится каждому. Сроки годности здесь в порядке. Ну, на шиншилке, как всегда. Всем рекомендую. Натуральный, хорошо пахнет. Ну, как рыбий жир, конечно же. Но, в общем, будем заказывать еще.